Мур, я лучший друг кота Матроскина, и у него есть мечта. Он хочет купить корову. Давай с тобой поможем найти ему сокровища. Будем выполнять задания и получать красивые кристаллы. Ты готов? Первое задание – лягушка. Молодец, первый кристалл, смотри. Второе задание – качеля. Умничка, два кристалла. Третье задание – часы. Ты молодец, у нас уже три кристалла. Следующее задание – змея. Делаем острый язычок. Молодец! Кристалл! Умничка! Смотри, следующее задание – футбол. Нам нужно забивать голы в щечки языком. Ты молодец! Еще кристаллик появился. Следующее задание – катушка. Еще кристалл! Еще одно упражнение называется лопата. Держи язык ровно, чтобы он не дергался. Супер! Кристалл! Осталось совсем немного, и мы поможем купить Матроскину корову. Для этого нам нужно почистить зубки. И внутри не забывай. Кристалл? Следующее задание – это ветерок. Нам с тобой понадобится кусочек ваты. Будем дуть на него язычком. Вот так. Еще разок. Молодец! Кристаллик! Осталось два задания. Следующее упражнение – горка. Нам нужно язык поставить за нижние зубы. Вот так. Отлично! Одно упражнение осталось. Еще один кристалл. Это упражнение «Толкай машину». Мы будем проталкивать наш язычок между зубов. Вот так. Ты молодец! Мы собрали все кристаллы. Давай их посчитаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ура! Теперь Матроскин сможет купить себе корову. Спасибо тебе большое за помощь. Ты умничка, у тебя все классно получилось. Пока!